Так, всем привет, дорогие друзья. И пришло время, наверное, продолжить Сталкер снимать. Да, последняя серия была 8 месяцев назад. Ну что, недолго же? Да, надеюсь, вы меня простите за то, что я очень ужасно поступил и записываю Сталкер уже больше года. И скоро буду записывать его уже вообще 2 года. Я начал записывать его 11 ноября в 2012 году, то есть год назад, и там еще осенью. Сейчас уже скоро снова будет осень и ноябрь. Ну ладно. Мы все-таки продолжаем его снимать, и сегодня ночью я планирую его закончить, может быть, и завтра. Это все зависит от того, придет ли ко мне мой брат, да. Я не люблю записывать, когда кто-то в комнате, поэтому извиняйте. Ну так вот, мы сейчас прошли путепровод, и прошлые кадры, которые я не допрошел, я оставлю. То есть я сейчас покажу вам в этом видео, ну и вы его смотрите. А еще перед этим должен сказать вам про то, что это другой сейф, не то, что я проходил. Тут все абсолютно другое, все ачивки, все такое. Во-первых, я экскрет там этого выполнил квест сыщик, там дипломат, друг долго выполнил. То есть там надо было найти всякие вещи разные. Ну, думаю, вам не стоит об этом рассказывать, просто напишите в гугле и там найдите. Я все нашел, вот, короче, и вот это нашел, еще вот это, вот. То есть они могли, они должны находиться двумя разными способами, тремя инструментами. Ну, то есть я, да, я установил мод, чтобы давались инструменты для калибровки вначале, но что-то я уже вообще очень долго вам все это рассказываю, поэтому я еще до Припяти смог сделать, ну, третий уровень улучшений, да. Лидер — это когда я собрал весь отряд. Ну, из четырех, как сейчас, охотник на мутантов — это я у зверобоя. Короче, выполнил все квесты. Свой парень — это я против султана выступил в этот раз. Первый открыватель тама. Совокупность. Ну, короче, я там что-то нашел, да. И научный сотрудник тоже поработал. И состоятельный клиент — это я накопил 100 000 рублей. Да. И любимое оружие у меня Дигл. И самый сильно убитый мутант — это Химера. Ну, также что? Вы сейчас смотрите моменты, которые, ну, покажут вам, как я все это проходил. Давайте. Да уж, такой погодки в Сталкере редко бывает. Ну ладно. В общем, это еще один трампоментик. Точнее, первый. Сейчас второй тоже будет. И я вообще не снимал то, как хожу по бункеру ученых. Ну да ладно, какая разница. Все равно там неинтересно. Ох, что тут контролер делает? Интересно. Что-то валяется. Стоп, это что, еще один? Минутку. Как это понимать? Что тут контролеры валяются? Это тот же, да? Да. Я думал, уже третий просто. Ну ладно, сейчас гоняем в эту, в этот бункер, точнее, и узнаем, что я тут уже сделал. Просто я очень давно не загружался в этот сейф, потому что он новый. Это не тот самый, который я летсплей снимал. Как я уже мог сказать. Может, я не сказал. Я забыл. Здравствуй. Привет, Новиков. Ремонт. Чикс. Хотя, о, нет, нафиг надо. Лучше потом. Удачи тебе. Хотя я всего лишь фрагмент. Это. Всего лишь фрагмент. Поэтому тут не обязательно да, еще да, что-то делать. О, блин. Всегда рад видеть нового человека. Что-то я еще не подготовился к записи. Ну ладно, будем заикаться, плевать. Даро. Чё? Я сканер расставил. У меня есть сварок. Классно. Ты. Алло. Ладно. Вот здесь я тоже нашел. Но это записывал. Плевать. Здесь сидел Гарик, здесь сидел Соколов. Ему я нашел два артефакта, он уже загонял в Припять, то есть ушел. А этот... Этот сейчас покажу где. Не, ну реально, если честно, классная погода. Если она еще там осталась. Мне плевать. Вот мои стволы. Прикольные. Сейчас, надеюсь, короче, загоняю в этот обратно на Янов. Потом вернусь. И тут снова заспавнится контролер. Я, кажется, вспомнил, что потом постоянно они тут спавнятся. Кажется, из-за того, что я выполнил какой-то квест. Возможно, это тот самый квест с зверобоем, но я не уверен. Сейчас. Так, тут пока... Эй, тут пока пусто. Никого нету. Потому что после 11 все сталкеры уходят из укрытий. Идут и занимаются своими делами там. Сталкерской жизнью. Так, а я хотел сходить вроде бы не сюда, а вот сюда. Да.
У меня есть... Блин, я уже что-то не то делаю. Просто хотел сейчас фрагментик записать, что-то уже слишком много всего сделал. Сейчас покажу вам группу свою и, надеюсь, застану заспавнившегося контролера вон там на травке. Сейчас только поднимусь быренько. Эй, быстрее. Так. Вот, короче, моя группа. Бродяга. Ванно. С чем пожаловал? Слушаю Брут тебя. И... Так, ладно. Сейчас я это сделаю. Хотя кого я обманываю? Я это, по идее, уже давно сделал. Просто сейчас записываю, чтобы показать вам, как я это делал. Так, чё это там? Ещё что-то валяется? Так-с. Даже не надамажился. Ладно, сейчас узнаем, что это там. Походу, еще один контролер валяется. Контролер. Да господи, что у меня постоянно, когда начинаю записывать, какая-то фигня творится. С голосом всякими. С голосовыми связками, точнее. Такс. Так, это у нас сталкер. Ок. Нет, ну ладно, никого здесь не застал. Хотя, вполне возможно, что... Нет, никого нету. Тут бы сейчас начался эффект контроллера. Ну ладно. Смотрите далее. Все, давайте. Итак, да, мы здесь сейчас проходим бутерброд Припять. Снайперы. Так, ой-ой-ой, по мне, да? Они его? Нет, они мои. А нафиг. О, убегай в ужасе, тварь. Минус один. Ишь ты какой! Я их убил, а он еще говорит. Включаем рубильник, да. Короче, вот так я проходил. Бутерброд Припять. Да, смотрим далее. Хотя нет, еще не далее. Постреляемся чуть-чуть. Пацаны, на нафиг, чё ты такой? На. Так, сейчас СВД поставлю себе быренько. Такс. Оп, желтый прицел. Сейчас. Оп, чик. Пацаны! О, слабая. Отлично. Не забрала полностью. Так, ты, да? Да ты куда меня толкаешь, баран? Надо убить кое-кого, вот. Те минус ты. Ну и да, смотрите далее. Также скажу, дорогие зрители, что я в этот раз я прошел сталкера настолько чисто, что даже 4 бойца живые до сих пор. Все ачивки я выполняю, все делаю как надо. Инвентарь. Даже 2 брони ношу на всякий случай. И всего занимает 55 килограмм и 9 десятых. И ношу столько оружия, столько патронов, всякой фигни. Короче, ну что же, пора вылазить. Пойдемте в Припять. Да. Я решил продолжить сталкера, думал, забью на него. Но все-таки настолько охренительная игра, что я обязан ее пройти до конца и начать проходить уже следующие части. Конечно, в них я не так хорошо разбираюсь, как в этой. Точнее, в тенях Чернобыля и в чистом небе. Там все тайники, всякие тонкости. Ну, для примера того, что я вообще здесь все знаю, это то, что можно пройти первую миссию, где нужно... сейчас, как его зовут? Морган, короче, там, вроде бы его убивать. Либо следить можно за сталкеров, либо сделку делать для бандитов. Еще можно подойти к Сычу и вообще охранять того самого Моргана, который будет там в ранних квестах. Надеюсь, вы меня поняли. Продолжаем. Все, грамотно сделал, грамотно сказал. Ура, отлично, утро, а то обычно всегда появлялся в Припяти ночью. Да. Прачечная химчистка. Ништяк. Блин, микрофон царапается, микрофон, точнее, трется. Поэтому я его тут двину лучше. Свой другой микрофон, который обычно использую, который не такой встроенный в наушники. Так, насчет бродяги я вам что скажу. Сейчас вот, когда мы появимся, бродяга будет в прачечной, но потом пропадет. Не знаю почему. Зулус первый. Выходит. Йоу, я с пулеметом, чё нафиг? Осмотрелся, отошел. Еще один такой. Вано. И под конец мы. Хотя, по идее, я полез первый. Ну ладно, чё. Да, у меня автомат. Оружие на землю, быстро! Которого у меня даже нету. Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, скат 4. Лейтенант Секло. Следую на точку Б-28.
Извините, если у кого-то там фамилия Соколов, не хотел. Информация для Ковальского. Да. Проведите меня к нему. Просто он ты реально знаешь, боится. Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Давай до свидания, хотел сказать. Ну ладно, старый баян. Все, извините. Майор Дегтярев. Я извиняюсь. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. Че, у тебя ты же, да? СБУ? Какого хрена? Нежданчик. Так и знал, что тут не все так просто. А чё? Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу... Вот когда первый раз проходил, думал, что сейчас войну... Блин, наверное, не слышно. Мы через все прошли. Долгая дорога была. Когда первый раз проходил, думал, сейчас в оно пристрелят. Просто обычно в фильмах, когда так начинается... Когда кто-то... Блин. Дайте уже сказать. У меня с военными дел нет. Просто... И с СБУ тоже. А, заткнись, ты, падла. Стоять! Пусть уходит. Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Все, теперь скажу. Обычно в фильмах, когда кто-то выезжает резко, обычно его сразу мне пристреливают. Мне все равно, кто на кого работает. Да, ты все равно нам память потерял. Да, его бы пристрелили в фильме. Я вообще боялся. Я сейчас он первый раз. Блин. Так растянул фразу, что уже, наверное, вообще не донес свои мысли. Ну ладно. Продолжаем играть в Сталкер все же. Ага, полковник Ковальский. Оп. Чпок. Не будем ничего читать, мне все равно. Все равно, все равно. Подробнее узнать задание. Кто он? Ага. 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 Ежи. Конкретно. Нет. Все, нафиг иди. Плевать у меня. Так. Угу. Артефакты, кстати, забыл показать. У меня... Восстановление силы батарейка. Макс вес плюс 8. Две медузы. Ну, не так густо, но еще третья медуза какого-то хрена у меня тут есть. Ну ладно. Не знаю, зачем она мне. Ну ладно, плевать. Пойдемте. Закроем дверь. Здоров, проходи. Так. Угу. Угу. Да, на первый взгляд их здесь очень много, этих военных. Просто до херища. Там везде сидят, как везде. Когда я первый раз проходил, так же думал. Типа, о, как здесь много. Так, с тобой говорить можно? Спросите лучше у капитана. Спросите лучше у капитана. Спросите лучше у капитана. Спросите лучше у капитана. Выносит мозг, пацаны. Так, погоди-ка, я еще не готов. Как твои дела? Хорошо, почему нет? Тут, конечно, ребятам трудно, но ничего, справимся, потому что мы вместе. Ладно. Ты. Что произошло с катом 4? Не знаю. Черт, я правда не знаю. Вот было же предчувствие перед вылетом. В общем, шли на автопилоте, по приборам все было в порядке. А потом раз! И мы уже летим вниз, на куске мертвого железа. Ни хрена не работает, хоть бы одна лампочка на индикаторе ожила. Ожила. Мы с первым пытались дотянуть до ровной площадки. Не вышло. Хлопнулись на главный цех завода Юпитер. Проломили крышу. В общем, выбрался один я. Все, окей. Так. Быстро читаю вообще. Так. А где ваш фирменный? Спросите у капитана. Так, как у вас дела с патронами? Ага, починишь, давай. Чик, чик, чик. Все бесплатно, отлично. Так, патроны мне не нужны. Ну, если что, возьму. Так, медикаменты все есть. Ну, хотя давай патроны. Этот вроде 5,56. А это вроде бы снайперский патрон. Ну, или 7,62. Дробь. Ну, дробь я, наверное, вообще перестану использовать. Хотя нет, буду все носить с собой. Вот это вот возьму и положу вот, например, сюда. Ну, прибывает как-то на кордон к блокпосту генерал. Кого контейнера? И спрашивают у одного из срочников. Ну, сынок, как служба? Так. Ничего, товарищ генерал, привыкаю. Представь, солдат. Ладно. Ты теперь защищаешь людей от зоны. Так, патроны. По собственному желанию. 45. К дробовику есть. Все, ладно. Гранаты мне не нужны, все равно ими не пользуюсь. Все равно по две ношу зачем-то, даже не бросаю. Поржали конкретно, да. Смешно поздаться. Так, ладно. Наш квест — найти и присоединиться к отряду. Блин, а ведь я мог начаться прямо с этого момента. Ну ладно, чем раньше начнем, тем интереснее будет далее, потому что вы все будете знать. Так, стоп, 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 это тот квест, когда мы вот здесь будем засаду делать. Что ж, ну,
Все, наверное, здесь закончим уже с аккуратностью прохождения самого сталкера. И вот в этом квесте я обычно пытался постоянно сделать, чтобы три военных, которые сейчас пойдут со мной, выжили. Ну, одного так и так убьют, а вот их я пытался спасти. Ладно, плевать, здесь пофиг, даже если их убьют. Как-то уже забил на это дело я, собственно. Айс на крышу, остальные за мной. Так, что-то темно стало. Погода испортилась, как сказать. Так. Вот эти, типа, на картах, да? Типа, беспалевно. Я такой, йоу, пацаны. На-на-на. Я здесь. Никого нет. Интересно, работает? Нет, не работает. Только в моде я мог от третьего лица включать. Тогда еще было у меня. Ну, спасибо, Кэп, я и так иду занимать позицию. Так, ну, здесь вроде нельзя. Вот сюда, примерно, куда-нибудь. Да, вот так вот. Чик, фонарик убрал. ФНВ включил и ждем. Вау. Шейдеры. Максимальная графика, 2009 год. Я не такой прям графика-дрочер, но все-таки люблю играть в игры. Подождем, пока дойдут до центра двора. И не так плохо. С графикой. Так, мы отвлеклись от квеста. Вон монолитовцы уже выходят. Давайте будем с СВД. Так будет понятней. Вот они. Вот. Вот так вот. Так. Есть цель. Есть цель. Есть контакт. Готов открывать огонь. Держу его на мушке, мадфака. Второго тоже. И третьего. Ждем команды на атаку, товарищ майор. В смысле, майор? Эй, ты же комментар... командир. Отличный выстрел, товарищ майор. Пошел нахер, я вообще промазал, ты. Сарказм нах. Так, ладно, фонарик вроде бы здесь не имеет значения. Аист, ты прикрываешь. Аист. Прикрывай. Пошел за чеку, так быренько. Оп, чпок. Так, где они? Ты. Как? Блин, ладно. Так, еда. Так, оставим у тебя твой калаш. Спасибо, не надо. Так, 12 человек уже, видно, на радаре появилось. Ну, там, в специальном индикаторе. Айста убили! Он насилует, пацаны! Закрыл рот, тварь! Все, играем. Так. А у меня один раз он упал назад, кажется. Точнее, не у меня, а у моих друзей. Ну, кто-то рассказывал, я им, конечно, не верю. Так, ты, живи. Сейчас я сам от них избавлюсь. Изи каточка. Айс не уснул, баран. Айс умер. Ох, черт возьми. Короче, будем стрелять чисто в голову. Наверное, ударило. Так, ты где? В смысле, слуга монолита, умри, тварь. Ты ранен? Пизди, ты уже умер. Так. Чуть-чуть прорываемся, чуть-чуть, потихонечку. Так, ты, да? Умри. Оп, такой, никого. Оп, такой, тоже никого. Второй этаж, поднимаемся. Слышал перезарядку? Тихо. Плевать. Такое ощущение, что мои уже умерли. А, нет, один еще жив. Ты с СВД, типа, да? Ай, больно. Ну, у меня экзоскелет. И я играю на сложности сталкер, поэтому нечего бояться. Ага, тяжелый бронекостюм, да, носишь? Да, окей. Такой же хочу, но его нельзя, конечно, одеть, к сожалению. Вася, репей. Так, хорошо. Ходим с ПНВ. Следуем по звуку. Ага, он подо мной, понятно. Так, окей, здесь ничего нету. Здесь тоже. Здесь есть СВД, чувак, я как-то помню. Если СВУ, разницы нет. Так, прости, ты умираешь. Так, вроде бы там уже двое, как я увидел, живы. Один маленький точка. Один звездочка. Так, быренько убьем после. А, не-не, стоп, не надо их убивать. Надо лишь взять. Лично мою СВД. Так, со спины. Оп, в наглую, крыса ебаная. Рики Маруна. Все, так. Так, ты не ты. Мне нужен ты. Ну, понятно, да? Так, где он? Вот он здесь, да, пец. Гаусс-пушечка. Нет, не тот. Макс.
Так, патрончики. Так, где? Где Гаус? Пушка, я не понял. А, наш... Блин, господи, я такой лох. Ладно, сейчас пойду обратно схожу. Простите зрители за то, что слишком словесный понос. И также не даю ногам покоя. Такс. Оп. Чик-чик-чик-чик-чик. Все чисто, пошли. Ага, да, я всех убил, все чисто. А, нет, все трое выжили. Пацаны, я про... Слушай, а засранцы-то эти про нас знали? Хищня какая. Да, да. Им что, кто-то сливает наши планы? Да, нужно доложить Ковальскому. Рванули. Рванули, да, сталкерский этот... Сталкерская озвучка. Кстати, надо Вайс-то проверить, что там по пулям. Эй, Айстуха, братуха, подожди. Кое-что возьму. Только ты, конечно, не обижайся. Пощупаем жмуров свеженьких. Так, ок. Ага. Ага. Оп, это сразу съем сейчас, консервочка. О, как много еды у меня. Хм, классно. Кстати, остается всего 28 свободных этих... свободных килограммов. Свободного веса. Так, а где третий? Вижу двоих. По миникарте. Ну и по индикатору три. Ну, ладно, хорошо. Лада, приорчик. Приорочка. Нет, не приорочка. А, нет, стоп. Да, кажется, приорочка. Да, это, ну, такая. 50 на 50, приор, а не приор, ну ладно. А, один уже дошел. Или это патруль? Без понятия вообще. Без понятия, пацаны. Так, а сюда можно залезть? Никогда не лазил сюда. Ну-ка. Ладно. Еще раз? Окей. Так, все. Поздравляю вас с успешным выполнением первого квеста. Начал я записывать в 9.14. Точнее, в 10.14, уже 10.42. Не знаю, сколько длится уже эта серия, но все же она интересная вроде бы. Сходил бы ты лучше к командиру. Пошел в жопу. Так. Так. Это ж надо такое, до Припяти дойти без происшествий. И как ты только этот путь нашел, ума не приложу. Сложного тут ничего нет. Сноровка нужна и малость удачи. Вот нам и повезло. А то, может, зона наградила за терпение. Я ж с учеными вон сколько торчал. Да, Герман меня тоже успел достать. Оу, у меня столько всего. Так, ладно. Ну что ж, мы СВУ положим в ящик. Калаш тоже, он мне не нужен. А, это что такое? Так, этот глушитель, что ли, к отбойнику, что ли? Нет, конечно, какой нафиг глушитель на дробовик? Так, убери. Уберись. А, 28 металл. А, ладно, забьем. Много веса, нормально. Какая разница? Так, ты... Жопой. Где третий? Третьего потеряли, ребята. За собой тут следить все время. А, да, это был Морозов, да. Его же убили. Аномалия. Простите лучшего капитана. Обожаю. Крышу рвет только так. Дождь перестал идти. Или нет. Ладно. Ну ладно. Гарик. Здорово, братан. О, пузырь. Красавчик. Так, бывай. Чик. Минус 4, минус 2. Поэтому можно поискать артефакт, который могу поставить вместо моей медузы. В итоге будет 3 медузы. У меня хранится в инвентаре, и я буду ходить с супер защитой от радиации. Открываем дверь. Приветствую, майор. Сержант Морозов погиб, монолитовцы пожертвовали своими и заманили нас в ловушку. Как там ход операции? Спросил он, и я ему так ответил. Сволочи, мать их, но ведь не могли же они знать про план захвата. Ладно, снайпера мы потеряли. Что с целью операции? Я добыл оружие, одна беда, оно было повреждено в ходе захвата. Конечно, оно упало с вообще высокого здания. Другими словами, хрен теперь поймешь, из него сбили вертолеты или нет. Я, слушай, майор, у тебя вроде бы есть связь с сталкерами. То есть, может, они имели дело с такими штуками. У них ведь есть техники, пробуй с ними пообщаться. Ладно, идем к кордану, все. Разведгруппа вышла. Все, да, заканчиваем эту серию, дорогие друзья, на этой сценке. Нет! Что за херня? Стой! Стой, мля! Стой, мля!
Стой, бля! Группа, прием. Что там у вас происходит? Ну ладно, ладно. Майор, надо найти разведгруппу. Выяснить, что случилось. Надеюсь, меня все это время было слышно. О, господи, если вы не слышно, то все, я проклинаю за всю систему. Время, держи связь. Разыскать отряд? Все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Бига из Top 3 Miners. 23-я долгожданная серия по Сталкеру. Да, наконец-то, 8 месяцев спустя. Как обычно, как я уже сказал. Ну все, давайте. Удачи всем. До новых встреч. Пока.